Сегодня в гостях у Марии Шершовой и ее бабушки Веры Герасимовны долгожданные дорогие гости, легенда мирового хоккея, человек с большим и отзывчивым сердцем Вячеслав Фетисов и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Все они в преддверии новогодних праздников приехали к этой особенной девочке, чтобы исполнить ее желание и подарить частичку доброты и радости. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Чайник, сладкие подарки, гигиенические принадлежности – все, чтобы хоть немного скрасить Машину жизнь. Сейчас ей 16. Из-за тяжелой формы ДЦП все эти годы она прикована к кровати. Ухаживает за девочкой ее единственная родственница – бабушка Вера Герасимовна. И, конечно, волонтеры и сотрудники из Ленинского общества инвалидов. Продукты принесут, там, какие бумажки по квартире помогают, купать помогают. Такой же диагноз ДЦП и у 13-летней Полины Белоусовой. На этот Новый год она очень хотела красивую брошь. А желания детей, как мы знаем, должны обязательно сбываться. Смотри. Держишь? Да. Вот она. Красивая какая. Теперь Полина собирается пойти в красивой обновке в кафе вместе со своей семьей, мамой Анной, папой Денисом и маленьким братом Сашей. Несмотря на тяжелую болезнь, девочка очень общительная и жизнелюбивая. Не теряет оптимизм и ее родители. Мы не унываем и все равно занимаемся. Не знаю, силы сверху приходят. Подарки особенным детям депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов преподносит не только в канун праздников, но и круглый год. Вообще уже 5 лет легендарный спортсмен регулярно приезжает в Ленинский округ, чтобы решать проблемы наших жителей. С радостью приезжаю в Видное. Уже много знакомых лиц на улицах. И благодарен судьбе, что у меня есть возможность сегодня и общаться с людьми, понимать проблематику, решать какие-то вопросы, что для меня очень важно. Здоровье, счастье, удачи, побед нам. Но самое главное – радость. С Новым годом, ваш Вячеслав Фетисов. Ура! Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.